Любопытным привет! Сегодня в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой лекарства от топора в голове, методика лечения рака йодом и система дистанционного обучения русскому языку. Подробности далее. Итак, в мире. Группа биологов из Института медицинских исследований в Санфорд-Бернем открыла небольшой пептид CAQK, способный доставлять лекарства прямо к месту черепно-мозговой травмы. Для поиска использовали метод фагового дисплея с помощью вируса бактерии кишечной палочки. В ДНК вируса бактерии вставляют последовательность, кодирующую белок, который нужно изучить, и этот белок появляется в оболочке вируса. Потом ученые смотрят, с какими веществами будет взаимодействовать встроенный белок. Если узнать, какие молекулы избирательно реагируют с характерными для каждого типа травмы и веществами, можно использовать их для того, чтобы доставлять лекарства точно к месту повреждения. А в России физико-энергетический институт имени Липунского предложил методику лечения рака с применением радиоактивного изотопа йода-125. Брахитерапия применяется в первую очередь для лечения рака предстательной железы, одного из самых распространенных онкозаболеваний у мужчин. Нужная доза радиации доставляется непосредственно в опухоль, а соседние органы и ткани не затрагивает. Метод является полностью отечественной разработкой, и технологии применяются исключительно российского производства. Разработки в этом направлении начались 10 лет назад. И в результате появился высокотехнологичный отечественный продукт, не уступающий мировым аналогам. И напоследок в Татарстане. Казанский федеральный университет готов представить общественности систему обучения русскому языку, построенную на принципах дистанционного образования, отработанную на проекте «Анатолия». Система получила название «Русское слово» и нацелена прежде всего на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском мире. В изучении русского языка как иностранного КФУ есть чем поделиться. Более 3000 студентов со всех концов мира учатся сейчас в Казанском университете. Для их культурной адаптации и погружения в языковую среду разработана специальная программа. А на этом все.